Опасный объект в Нефтяниках до сих пор не снесен. Закрытый еще в 2018 году аварийный детский сад номер 310. Дошкольное учреждение списано с баланса города, есть предписание прокуратуры, но мэры меняются, а здание так и стоит, привлекая кого ни попадя. Жителям ближайшего многоквартирного дома от посетителей разрушающегося строения жизни нет. Не за себя переживают, за детей и их будущее, а вот городские власти, судя по всему, ждут большой беды. Эти кадры очень сильно напоминают то, что сейчас происходит в зоне специальной военной операции. Восстанавливаемый омичами город Стаханов выглядит кое в чем даже лучше, чем Омск. То ли в шутку, то ли всерьез, заявляют люди. Елена Макарова 10 лет работала завхозом в этом садике. Именно она забила тревогу, когда в здании пошли трещины. Но тогда и подумать не могла, признается девушка, что одна проблема повлечет за собой еще одну, но более затяжную. Первое письмо было в 2020 году, мы его будем сносить. Второе письмо в 2022 году будем сносить. Третье письмо мне пришло в 2023 год. Мы его снесем и будем восстанавливать новый детский сад на 200, по-моему, 10 мест. Вот, больше ничего. То есть вот 5 лет сносят его? Да, получается так. Попасть в здание не составляет труда. Забор предприимчивые граждане вывезли на металлолом. Охрана снята. Внутри целые компании. Многие даже камеры не боятся. Позируют на фоне опасных конструкций. Игры, сходки, встречи, разборки. Здесь полно молодежного тренда. Мальчишки признаются, адреналина хочется. Там внутри полная разруха. Типа все рушится. На втором этаже есть нормальные комнаты, а вот на первом нет. Там все вынесено, все окна разбиты. А чем вас привлекает это здание? Мы просто там сидим. Ну, мы в основном играем в догонялки, прятки и так далее, потому что там много места, где можно спрятаться. Это же опасно. Ну да, опасно, никто не отрицает. Поэтому берем на свой страх и риск. Вы так смело об этом говорите. Ну да, ну, все же хотят немного адреналина. И больше играть негде. Нет, почему есть? Ну просто адреналина такого нету. То есть, когда вот бегаешь по заброшенному зданию, понимаешь, что что может произойти, и из-за этого идет адреналин. А не думайте над тем, что можно, к примеру, ногу сломать или плита упадет на голову? Да, мы знаем, но поэтому мы, когда заходим, мы постоянно осматриваем место, где мы будем бегать. Неспокойно и в ближайшем дворе. Местные жители, кажется, уже привыкли к повсеместному риску. За себя и детей, причем не только своих. На днях едва не произошла трагедия. Огромная ветка свалилась на детскую площадку. Хорошо, что в тот момент никого здесь не было. Дерево растет тоже на территории бывшего детсада. Много раз просили и предупреждали чиновников. Аварийное тут все в округе. Все бомбили, все закладки там были. Милицию вызывали, пожарных вызывали, участковые все в курсе, писали письма неоднократно. Поэтому вопрос сейчас стоит очень остро. Детский сад надо разобрать и привести, просто площадку хотя бы сделать, чтобы не было у них соблазна туда приходить. Там уже ничего нет. Там стекла, бетонные стены, но все равно идут пацаны, потому что это им интересно. Больше некуда просто идти здесь, в Нефтяниках у нас. На этом месте власть собиралась строить новый детский сад. Проект даже получил положительное заключение госэкспертизы. Однако ломать не строить. Денег нет даже на то, чтобы разобрать уже разрушенное. Нищенскому городскому бюджету, похоже, рады только дети. Здесь ребята, помню, устроили сходку массовую, начали там выяснять отношения, вот это вот все. И тут вызывали полицию много раз по этому поводу. Тут ходили слухи, то, что здесь навредили девчонки, зарезали. Там, я помню, еще приходил сюда, здесь спалили ребят, которые жгли костер в подвале. Получается, также полицию вызвали, их приняли. Большое пустое помещение, в которое не приходят взрослые, в котором можно посидеть, поговорить, кому-то поговорить, кому-то, может, есть ребята, которые приходят покурить, выпить алкоголь, там, может, что-то даже, приходят люди, которые употребляют что-то. А вот, лично мы сюда приходим, я сюда привел друзей показать, я здесь, давно был, а я пришел показать ребятам, то, что здесь есть такое. А, в принципе, что привлекает, это целостные здания, в которые не приходят взрослые, которым
ну, грубо говоря, можно на протяжении долгого времени приходить там, устроить. Также детишки приходят, устраивают здесь шалаши, базы, вот это все. Это же опасно. Это опасно, но у детей, как сказать, у них более-менее отсутствует чувство, инстинкт самосохранения, когда они в детстве, потом они подрастают, им это наскучивает, но они отписываются на то, что ну, это опасно. А на самом деле им это уже не интересно. А вот ходят они сюда, я думаю, я не знаю, как описать, почему вот я сюда хожу. Я не знаю, у меня есть какая-то уверенность в том, что оно не развалится подо мной, когда я буду ходить. Ну, ближайший год еще точно. Бывший мэр Оксана Фадина обещала многое, признаются местные жители. И самое главное, построить здесь новое дошкольное учреждение аж на 210 мест. Но теперь Фадина далеко и о своих обещаниях, как часто бывает, забыла, оставив людей один на один со смертельной опасностью. Мы когда росли, детей ростили. У нас было как? Проводила ребенка, пошел, в окошко посмотрела, до школы дошел. А сейчас школа где здесь? Нет. И когда вот стали заселять вот эти дома, новостройки, вот у меня сердце кровью обливалось. Я в это время внуков встречала, ходила тоже через две дороги, и вот это все было ужасно. А тут мамашки бегали и спрашивали, а где здесь поближе школа? Они спрашивали не получше, а где поближе. Вот это так скребло, и все. Так что когда вот Фадина пришла к нам, бывший наш мэр, и сказала, что будет у нас здесь новый детский садик, я обрадовалась. Вот честное слово. Думаю, будет больше детский сад, хоть детей сюда приведут. И будет хорошо. Ну а в итоге вот вроде бы нам говорили, что все в движении, все бывает. Ну нет. Но все стоит на месте. Ну все стоит, оно не стоит, оно ухудшается. Ну это ужасно. У меня второй ребенок вот идет в первый класс. И ну прям страшно, что она тоже там окажется. Потому что там постоянно бегают мальчишки, там собираются бомжи, наркоманы, чего там только нет. И вот эти вот ветки падают. И, ну, конечно, хотелось бы, чтобы вот это все снесли, все это безобразие. Либо детская площадка нормальная появилась, либо новый детский сад. А вот это вот ожидание 2-3-5 лет, пока это снесут, это... И снесут ли? И снесут ли? Когда готовился этот материал, стало известно, что прокуратура выдала очередное предписание мэрии ограничить свободный доступ в разрушенное здание и установить забор. Безопасность детей и местных жителей беспокоит, как полагают многие, только последних. До трагедии недалеко. Константин Ткачев, Григорий Бадьянов, Обком ТВ.